У нас все готово, все готово. Еще немножко осталось времени для того, чтобы наладить звук и связь. И мы маякуем о том, что телемост может начинаться. 3300 километров отделяют нас от северян. На связи коллеги из Ноябрьска. Чтобы обменяться опытом, раньше необходимо было преодолеть этот долгий путь. А сегодня, благодаря цифровым технологиям, несколько минут подготовки, и встреча начинается. С коллегами мы, в общем-то, только начинаем работать. С рядом специалистов мы виртуально знакомы, наверное, уже с полгода. Должно было состояться гораздо более масштабное событие, то есть мы должны были прям такой маленькой делегацией, что называется, уехать в Ноябрьск, там представить наши наработки в сфере патриотического воспитания, патриотической работы, но ситуация с известным вирусом, она это немножечко притормозила эту работу. Сегодня коронавирус вносит свои коррективы в нашу привычную жизнь и планы. Телемост доказывает, что дистанционное общение может приносить свои плоды. 45 минут интенсива. Андрей Ткачук раскрывает тему, особое внимание уделяя системному подходу. И это только начало. В планах выезд одинцовских специалистов в Ноябрьск и приезд северян в Подмосковье с ответным визитом. Мария Шматкова, Артем Ломанов, телекомпания «Одинцова».